Оплатить счета, не выходя из дома, предложили жителям кварталов. Современные технологии позволяют людям с плотным рабочим графиком или ограниченными возможностями перечислять деньги за газ с помощью компьютера или смартфона. Подробности у Василия Свентуха. Для того, чтобы ввести сумму, мы набираем определенную сумму, ставим галочку, переходим в поле оплаты. Всего 3-4 клика в мобильном телефоне, счета за газ оплачены. Не нужно никуда ходить и носить с собой кучу бумажек. Ольга работает в компании «Новатек». Она может рассказать обо всех возможностях личного кабинета в интернете и мобильном приложении. Можно просматривать всю историю платежей, передавать показания счетчика, если таковой имеется. Также получать квитанцию на оплату. При этом можно отказаться от доставки бумажной квитанции в пользу получения квитанции электронно, допустим, на электронную почту. И, естественно, оплатить. Для оплаты необходимо лишь знать номер банковской карты. Очереди остались в прошлом. Компания «Новатек Челябинск» представляет интернет-сервисы в кварталах. Они позволяют в любой момент, не выходя из дома, оплатить счета за газ или передать показания счетчика. Регистрация занимает считанные секунды. Я была сегодня настолько удивлена, что вот секунда меня зарегистрировала в мой личный кабинет. Я сама увидела и оплату, как и выплаты, есть у меня задолженность или нет у меня задолженности. И я понимаю, что я могу, сидя дома в кресле, спокойно оплатить и не быть задолженником. Это очень важно. Чтобы зарегистрировать личный кабинет через компьютер или телефон, нужно знать только номер лицевого счета и иметь минуту свободного времени. Сервисом уже пользуются тысячи южноуральцев. У нас уже 4500 с 20 декабря зарегистрировались в мобильном приложении. К нам приходят на сайт, контакт-центр звонят, мне звонят и говорят, что стало очень удобно и очень быстро. Компания «Новатек Челябинск» создает все условия для удобной оплаты за газ и поощряет тех, кто делает это своевременно. В прошлом году 67 человек стали призерами акции «Абонент года». В этом году акция стартовала вновь. Выберите удобный для себя способ оплаты и выигрывайте призы за обязательность и платежную дисциплину. Василий Цвентух, Иван Бредихин, ОТВ.